Привет, друзья! Вы обратили внимание, как часто во время общения мы говорим о своих планах? Сегодня мы научимся, как говорить о своих планах на английском языке правильно. Итак, если вы запланировали что-то сделать в ближайшем будущем, используйте время present continuous. Например, I'm going to the movies this Sunday. В это воскресенье я иду в кинотеатр. I'm meeting with some friends tonight. Сегодня вечером я встречаюсь с друзьями. What are you doing this weekend? Что ты делаешь в эти выходные? Также вы можете использовать конструкцию be going to, которая переводится как собираться что-то сделать. I'm going to sell my car. Я собираюсь продать свою машину. В разговорной речи конструкция be going to часто сокращается до gonna. Например, I'm gonna sell my car. I'm starving, so I'm gonna grab some food. Я очень голоден, поэтому я собираюсь перекусить, поесть. Помимо конструкции be going to, также есть выражение be planning to, которое имеет идентичное значение – планировать что-то сделать. Например, I'm planning to take a vacation in September. Я планирую поехать в отпуск в сентябре. I'm planning to hit the gym soon. Я планирую скоро пойти в спортзал. Если вы еще не уверены в своих планах или идея вам пришла только что, тогда вы можете использовать future simple. Например, I think I'll go abroad this summer. Я думаю, что я поеду за границу этим летом. I'll call you tomorrow, okay? Я позвоню тебе завтра, хорошо? И последнее выражение, которое мы с вами сегодня рассмотрим, это be thinking of. То есть подумывать о чем-либо. Например, I'm thinking of following a healthy diet. Я подумываю о том, чтобы перейти на здоровое питание. I'm thinking of opening up a store. Я подумываю о том, чтобы открыть магазин. На сегодня все. Большое спасибо, что вы выбрали English Spot. Надеюсь увидеть вас в следующем видеоуроке. Пока-пока!